у нас осенний сбор форума, будет очень много машин, пикники, всю ночь гудим, гуляем, отмечаем. Какая красота! Вот банда. Вот так вот. Люди только подъезжают, собираются. Че, приехали? Сейчас. Столик. Столик уже готов. Палатка уже почти, почти готова. Михаил, ну покажи мастер-класс. Смотрите. Она у тебя быстро раскрывающая? Вот, Михаил установил палатку. Боже ж ты мой, у нас даже свет есть. Вау, вот это технологии. Даже выключатель есть. Класс. Михаил. Это не реклама. И фирменная открывашка. Как выкидуха. Вау. Класс. Все, держи. Сейчас еще пиво. Единственное, мы не мусорим, крышечки собираем. Да, мы за чистоту. И второе, вторая не реклама, нашей же открывашкой. Корона. Давай, дорогая. Давайте. Не реклама. Холодненькая. Класс. Вот так вот начинаем. Так, ребята, очередное включение. Вот наша банда. Банда жарит что-то. Ничего себе! Почти, почти. Готово. Сплошной дым. И здесь что-то. Она быстро готовит. Саму закадывает. Да. Вот так вот. Все. Тусим. Вон Диана приехала. Я знаю, что ты любишь кофе. Не настолько? Вот один камушек. Не, мне кажется, камень вообще лишний. Да ты что? Да нет, ты что, Олег? Нет, он и так не. Это самый нужный стол. Так. Шалом алейхем. Ребята, посреди ночи вот такая пьянка. Вот парни. Парни вообще красавцы. Даже не пьют. Блюдят за костром и за мангалом. Водяной здесь рядом. Вот тут люди общаются. Это то, чего не хватает в современном мире. В современном мире не хватает общения. А мы собрались вечером в пятницу, с пятницы на субботу. Общаемся, разговариваем, кушаем, выпиваем. Делимся эмоциями, историями. Ребята, я за то, чтобы это было у каждого так. Твоя колонка опять отключилась. Это не моя. Моя дома. Это музыка, я подгоню машину. Крылышки горят! А, у тебя же палатка отдельная. Зачем такие слова вслух говорить? Сотри. Не могу. Не имею права. Миша. Сотру. Ягода малинка. О-о-о. Шпионишь? Да, да, чтобы завтра было что показать. Да, да. Вспомни, вспомни, что ж вчера было-то? Чтобы всем стыдно. На кухне все.
опа, 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 опа. Надо вот так сверху. Просто ты моя нирвана. Ребята, утро. Вот самые стойкие. Вот. Вот так наше место. Наша поляна. Вот здесь все происходило. Было настолько хорошо, что мы даже дрова не сняли с машины. Хотели костер полить. Офигеть. Мы сами были дрова. Так что дрова нам не нужны. Да? Нормально, значит.